Приветствую всех в моем новом видео. Это я, Хуба Бубич, и более 70% из вас проголосовало в моем телеграм-канале за то, чтобы я снимал видео со своим голосом. Также я вас еще раз благодарю за 500 подписчиков, так как вы приходите очень быстро, подписываетесь тоже очень быстро. Итак, это моя вторая часть, в которой я бы хотел добиться 80 уровня и какого-нибудь нового оружия. Потому что двойная катана, конечно, хорошо, но если будет тройная катана, или, может, там, не знаю, какая-то другая катана, будет еще лучше. Также в моем телеграм-канале в описании все также есть розыгрыш на одну лук-стрелу в юбе. Вот, в общем-то, все. Сейчас будем фармиться на этих брутах. По-моему, скоро будет доступна мне новая локация. На самом деле, фармиться на брутах на данный момент, конечно, уже легче, чем раньше, но все так же сложно. Также я забыл сказать, что в этой серии я буду покупать себе мой первый дьявольский фрукт. Так как без фруктов фармиться весьма тяжело. Для этого мне надо будет апнуть еще один уровень, и я сейчас поеду его покупать. Точнее, поплыву. Также я уже вкачал вот этот вот прием на мою двойную катану. Он похож на этот прием, только он работает вокруг меня. Это тоже мне здорово поможет в фарме. Итак, я уже снова прокачал свое оружие до фула. Я буду скоро покупать новое. Потому что у меня так всегда происходит, потому что как только я вкачиваю старое оружие до фула, ну как постоянно, один раз, то мне сразу же необходимостью становится купить новое оружие, так как старое уже становится каким-то слишком слабым. Итак, я уже сейчас заканчиваю апать себе 50 уровень. Отлично. Теперь я себе буду покупать рандомный фрукт. Сейчас заранее... Нет, не буду заранее качать фрукт. Я сейчас, пожалуй, так и поплыву на обезьяний остров, чтобы там приобрести себе рандомный дьявольский фрукт. Так вот, я уже приплыл и бегу к покупке фрукта, который находится вот здесь, по-моему. Да, я покупаю этого мужика рандомный фрукт. Сейчас как раз таки посмотрим, какой мне выпадет фрукт. Так, да-да, привет. И по 32 тысячи я его покупаю. Мне выпала резина. Это, мне кажется, если вообще неплохой будет фрукт. Естественно, я его ем. Отлично. Теперь... У меня есть резина, я сразу же вкачиваю блоксфрут, ну фрукт вкачиваю до 10 уровня. Ого, неплохо, кстати. Я могу, получается, даже не используя приемов, просто бить. А их тут, кстати, весьма много, здесь очень много приемов. Я себе этот фрукт, естественно, оставлю. Ой, кто-то меня открывает. А также, чтобы мне было легче фармиться, я буду сюда вводить промокод по одному, наверное, на ролик, или по два на ролик. Я буду вводить промокоды, чтобы у меня было 2 XXP, мне было фармиться гораздо легче. Так, вот я его добиваю, мне приходит сразу же огромное количество уровней, отлично. Теперь буду качать, наверное, только фрукт, так как фрукт, мне кажется, будет все-таки посильнее, чем катаны, хоть он и не может прям так вот спамом... Так, дальше я снова беру квест на брутов и снова иду их убивать. Вот опять же я убиваю боссов, ну как боссов, в общем-то NPC-шек убиваю, и мне приходит огромная куча уровней, и мне уже доступна, вижу, новая локация, или что мне доступно? И мне чуть-чуть новое доступно. Ну что-то новое доступно 100%. Какой-то новый квест. Но он находится здесь, хотя, по-моему, я уже... А, нет, я не убивал еще Бобби, получается. Ну, типа, мы не Бобби это. Это Багги. Но пускай будет Бобби. А вот он стоит, сейчас я буду его убивать. Убивать я буду в основном с помощью катаны, так как все-таки босс, он для меня сейчас самый сильный, которым я могу, в принципе, победить. Так что лучше я буду использовать вообще все, что у меня есть. И катану, и резину, вообще все. Я все равно буду от него умирать. И сейчас я, значит, его добиваю с помощью резины, чтобы у меня резина вкачалась. Последний удар. Да, я вкачал и резину весьма неплохо. А также я себе вкачал стату и даже новую локацию.
Получается, я с 56 уровня сразу же перепрыгнул до 60-го. Теперь у меня доступна какая-то новая локация. Ну, поплыли, получается, новую локацию. В этот раз я даже куплю не самую обычную, ну, бесплатную лодку, а куплю настоящий пиратский корабль. Ну, как настоящий. Он, конечно, все так же маленький, но он же, ну, побольше, чем предыдущие. И сейчас мне надо плыть вот в ту сторону. 200 метров, по-моему. Вот туда. Ну, вот туда, да. Там я вижу какую-то, по-моему, пустыню. Вот, значит, поплывем фармиться в пустыне. Вот я уже и взял квест на вот этих вот песчаных бандитов. Сейчас я вкачаю себе снова фрукт, чтобы было легче играть. И буду дальше этих бандитов убивать. Конечно, с катаной это делать и правда легче, но все-таки я себе хочу вкачать резину. Так, у меня уже резина дамажит по 60 урона за тычку. Это даже, ну, не способность. Хотя, по сути, это способность, но это обычный удар. Сейчас будем дальше тоже будем использовать катану, так как без катаны как-то все-таки сложновато убивать. Нет каких-то таких быстрых очень кликов, спамерских. И убивать гораздо сложнее. Сейчас я, по-моему, уже вкачаю себе резину. Но на резину вкачаю себе новую способность. Вот новая способность, сейчас я сразу же проверю. Неплохая способность, правда, жалко, что какая-то их вообще очень далеко отбрасывает. Этих бандитов. А вот, он даже заспавнился заново, потому что я его слишком далеко отбросил. Но и тут прибежал читер, который отобрал всю мою награду. Хотя мне оставалось совсем немного, чтобы поднять уровень и получить новый квест. Вот уж эти читеры. К большому сожалению, я не успеваю довыполнить квест до окончания X2. Но... А, мне даже сейчас и квест новый недоступен, так как X2 закончился. Ну, а теперь я наверняка завершаю этот квест. И теперь мне доступен новый квест, я качаю фрукт. И сейчас я, получается, буду фармиться уже на офицерах. Меня будут убить всего лишь 6 офицеров, я буду получать уже 65 тысяч XP и 4500 Белли, получается, да. И я сейчас успешно завершаю этот квест. И мне повышается всего лишь один уровень. На самом деле, без X2 играть весьма скучно. Так что я в следующем ролике даже, наверное, активирую 2 X2 промокода. И буду фармиться гораздо дольше время, чем сегодня. А еще я на этом острове не нашел оружие. Хотя, по сути, оно должно быть, как я понимаю. Так как до этого на каждом острове было... по одному разному виду оружия. А на острове пиратов и вообще 2 вида оружия. Вот, в общем-то, и все. У меня уже 80 уровень. И на этом я, пожалуй, буду заканчивать вторую серию, в которой я достиг моего первого дьявольского фрукта, это резины. По-моему, это весьма неплохой фрукт. Мне он понравился. А также я достиг 80 уровня. Еще у меня на балансе 80 тысяч Белли. В следующей серии я обязательно куплю новое оружие. А на этом я буду заканчивать. Всем пока.